25 января в 11 часов утра в направлении села Мамзара дорога была непроходима. В пробках снежного заноса стояли более 20 автомобилей. На данном участке работала машина МЧС, а также механизация дорожник, которая очищала дорогу. Отметим, что с раннего утра бригады спасательной службы города Нинасминда побывали на разных участках дорог Нинасминского муниципалитета, где освобождали автомобили из снежного заноса. Ne geçsem geldi. Çe perop kay maşnanı dedim bakan karengol makre.